Всем привет, с вами Галина. Добро пожаловать на мой канал Creative Life. Сегодня мы будем говорить, как заработать на буксах, выполняя задания. Этот ролик для тех, кто регистрируется впервые на буксах. Он поможет не запутаться в разнообразии заработков и понять, что к чему. Если вы уже работали на буксах, то уже знаете, как заработать. Я вас приглашаю на мой сайт, на статью о заработке в интернете. Здесь вы найдете две стратегии заработка, как выполнять подобные кликовые задания, но в два раза быстрее и не нарушая требований рекламодателя. На своем канале я уже рассказывала, как зарегистрироваться на буксах на примере буксов SEOBOOKS и рассказывала о 20 самых лучших буксов интернета. Все ссылки будут в описании. Будем выполнять задание на буксе Авиза. Переходим на букс, заходим, вводим логин и пароль и переходим во вкладку задания. Будем выполнять кликовые задания, так как они более денежные и выполнять их проще. Выбираем категорию «Ручная проверка», «Все задания», «Многоразовые задания». И давайте найдем здесь, среди вот этого разнообразия, кликовые задания. Ну вот, к примеру, прогулка по сайту по хорошей цене. Переходим на это задание. Я его, как и вы, вижу первый раз. Внимательно читаем условия задания. Что требует автор? Ну, в основном в таких заданиях необходимо перейти на сайт рекламодателя. Нажимаем «Приступить к выполнению». Нас перекидывает в поисковик Яндекс. И внимательно читаем, что хочет от нас автор. Здесь необходимо ввести в поисковую строку поисковый запрос. Потом перейти на сайт. На сайте сделать несколько кликов по рекламе и по статьям сайта. Вводим поисковый запрос Яндекс. Опять возвращаемся вот сайт logistic62.ru. Будем искать. Ну, тот самый первый. Опять возвращаемся, опять смотрим, что от нас хочет автор. Нужно перейти на сайт и побыть на каждой странице не менее 30 секунд. Все ссылки на каждую страницу нужно в отчет. Копируем ссылку, вставляем в отчет. На каждой странице, как я уже говорила, нужно побыть не менее 30 секунд. За это время читаем статью или просто ее перелистываем и переходим на другую статью. И так 10 раз. Все ссылки ставите в отчет и нажимаете кнопку «Отправить отчет». Но я его выполнять не буду, так как это займет очень много времени, но основной принцип я вам рассказал. Сколько можно максимально зарабатывать в день на этих заданиях? Если потратить несколько часов, то вы можете заработать от 600 до 1000 рублей.